Три опасных для поджелудочной продукта, которые все считают безопасными. Сегодня в этом видео вы узнаете о трех продуктах, которые вредят поджелудочной железе, но считаются безопасными среди широкого мнения. Первое. Галетное печенье. Галетное печенье Мария часто применяется в качестве десерта при хроническом панкреатите. Все считают, что оно не жирное, а значит безвредное. Да, действительно, по сравнению с другой кондитеркой, буквально пропитанной жирами, это печенье одно из самых постных. Однако, жиры в его составе представлены вредными трансжирами или пальмовым маслом. Второе. Бананы. Все знают, что поджелудочная у 30-40% больных негативно реагирует на бананы. Но в целом их разрешают употреблять при панкреатите только в полностью спелом виде. Однако, почему же все-таки бананы не всегда принесут пользу? Все банально просто. Бананы сами по себе, если они спелые, не дразнят поджелудочную железу, так как их клетчатка очень нежная и обладает обволакивающим эффектом. Дело совсем в другом. Бананы содержат очень много глюкозы и фруктозы, которые к тому же быстро попадают в кровь, тем самым стимулируя поджелудочную железу вырабатывать инсулин. У части больных панкреатитом воспалена также и эндокринная часть поджелудочной железы, и после употребления бананов у них бывает неприятное ощущение в левом боку. Третье. Каши. При панкреатите нужно есть каши, это тоже все знают. Однако, для поджелудочной железы не подходят перловые, ячневые и пшенные каши. Они содержат тяжелоусвояемые полисахариды, поэтому их лучше до достижения устойчивой ремиссии не употреблять. Питайтесь правильно и будьте здоровы!